Медведь попытался украсть тапки россиянина в районе поселка Култук Иркутской области и попал на видео. Подробностями инцидента поделилась служба по охране и использованию объектов животного мира региона в Телеграм. Накануне хищник вылез из леса на дорогу и вынудил несколько автомобилей остановиться. Медведь спокойно брал еду из рук проезжающих и позировал на камеру. Люди оценили дружелюбие животного и стали подходить поближе. Тогда рядом с косолапом и оказался мужчина в тапочках, которые привлекли внимание медведя. Зверь едва не забрал обувь россиянина, но тот сумел отбиться. Отмечается, что на место, где заметили хищника, выехали сотрудники охотнадзора и полиции. Они отпугнули животного и напомнили, что контактировать с хищником небезопасно, даже если он кажется милым и безобидным.